На радость кыргызстанцев каждый день с 9 утра работает единственный в Бишкеке фирменный магазин «Рахат». Посетители в обновленном магазине кондитерских изделий от известной казахстанской компании «Латте Рахат» у самого входа могут почуять аромат вкуснейшего ассортимента самых качественных шоколадных продукций. Яркий и красивый интерьер магазина, расположенного возле территории Ошского рынка, привлекает внимание бишкекчан и гостей столицы. Профессиональный и приветливый персонал покажет и расскажет будущему покупателю о любом товаре от компании «Латте Рахат». Ведь все мы знаем, что именно их продукция украшает новогодние столы во всех домах. У нас есть разный шоколад, то есть это и молочный шоколад, и горький шоколад. Процент шоколада тоже разный. А вот, есть также с добавками шоколад, то есть это добавки в виде миндаля, вишни, клюквы. Есть пористый шоколад. То есть на любой вкус. То есть тоже есть и шоколадно-вафельный, мармелад, мармелад в шоколаде. Есть также пралиновые конфетки. Ну вот, допустим, такие как Алтенкум, Макиалатау. Есть также диабетическая продукция. То есть люди, которые любят сладкое, но не могут себе это позволить, они могут приобрести у нас продукцию для диабетиков. «Латте Рахат» был открыт в Кыргызстане в 1998 году как представительство этой известной на весь мир торговой марки. Головная компания популярного казахстанского бренда была основана практически 80 лет назад, в 1942 году в Алмате. Ассортимент «Латте Рахат» насчитывает более 400 наименований, которые делятся на группы. Вафли, драже, зефир, ирис, карамель, конфеты, шоколад, шоколадная продукция и сувенирные наборы. Весь товар сертифицирован. Продукция имеет сертификацию халал. Многие покупатели уже на протяжении долгих лет посещают единственный фирменный магазин «Латте Рахат» вкус с самого детства, как некоторые помнят. Все они отмечают непревзойденное качество всей продукции бренда, вкус и лучшее обслуживание клиентов. Мне нравится и моим детям, моим родственникам. Ну, как бы нравятся эти вот леденцы, Казахстан шоколад, это обязательно, вафельки, печеньки детские. Ну, в принципе, продукция вся очень хорошая, очень вкусная, главное, свежая. Мы постоянный клиент, поэтому мы его это знаем. И здесь нравится сама продукция, очень свежая. И во-вторых, это обслуживающий персонал. Они на своем месте, они обслуживают очень идеально. Магазин «Рахат». Часто приходим, заходим, покупаем. Здесь ассортимент богатый, цена доступная. Побольше таких товаров. «Рахат» я пользуюсь очень давно. Вот как я переехала сюда в 2003 году, с тех пор я и пользуюсь. Беру и на праздники эту продукцию, беру и на подарки. В общем, эта продукция, я думаю, что фабрика «Рахат» отвечает за свое качество своей продукции. Производственные мощности «Латте Рахат» расположены на двух площадках в городах Алматы и Шымкент. А в нашей стране фирменный магазин бренда радует своих гостей вкуснейшей продукцией «Рахат» с 2007 года по адресу улица Бишеналиева, 22/3. С ноября в магазине продаются новогодние подарки, которые фасуются и упаковываются прямо на фабрике. Сотрудники магазина очень рады условиям работы и добрым общением с покупателями. Книга отзывов имеется, пишут очень много. Ну, сейчас, конечно, народ занят не этим, а сейчас очереди много очень набирают. Поэтому, как бы, говорят все это словесно. Выражают благодарность особенно нашему руководству за то, что такой магазин нам сделали. Ну, им, естественно, покупателям нашим. Тепло, светло, чисто, уютно. Покупатель также может сам себя обслужить. Это тоже немаловажно. Ну и мы, как продавцы, что-то с этой стороны обязательно подаем. Поэтому покупатели довольны. В компании «Латте Рахат» важен каждый клиент. И в преддверии Нового года запущена услуга доставки с фирменного магазина. Покупатели магазина уходят довольными и накрывают свои столы замечательными товарами от казахстанской кондитерской фабрики. «Латте Рахат» поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом. Рашид Алиев, Джекшенбек Замир Улу, «Пирамида».